Делаем воздушные шары без молдов и специальных форм. Крашиваю мастику в нужный цвет и с помощью картонного трафарета вырезаю будущий воздушный шар. Убираю все лишнее. И теперь для нужных узоров мне нужно взять транспортир. Делаю вот такие засечки. Также ставлю полосы посередине и по бокам. С помощью такой линейки это будет сделать очень удобно за пару секунд. Для другого узора мне понадобится вот такой шпатель. Прикладываю его к мастике и отпечатываю узор. Также аккуратно добавляю полоски с помощью того же транспортира. Это очень удобная линейка, я ее часто использую. На один из шаров я решила добавить снежинки и прокрасить некоторые детали розовым кандурином. Его я разбавляю в небольшом количестве водки. Она быстро испарится с поверхности. На другой шар добавляю золотой кандурин и брызги. В итоге получился вот такой красивый декор для торта.